Команды соревновались в знании правил дорожного движения, проходили сложные спортивные трассы, обучающие фигурному вождению велосипеда. Под руководством врачей скорой помощи на манекене участники отрабатывали правила оказания первой помощи. Ребята старались показать свои знания при проведении искусственной вентиляции легких, накладывали шины на переломах, бинтовали открытые раны, останавливали различные виды кровотечений. В заключительном этапе соревнований участники продемонстрировали индивидуальную форму одежды отряда и озвучили девиз своей команды. По итогам 42-го конкурса фестиваля первое место заняли ученики школы номер 11, второе и третье у гимназии номер 16 и школы номер 18. Победителям вручены грамоты, кубки и призы. Обладатели первого места получили в подарок планшеты, занявшие второе место – сотовые телефоны. За третье место ребятам вручили электронные книги. Четверо участников соревнований были награждены грамотами и радиоприемниками по итогам суммы баллов в личном первенстве.